Уходишь? Да, на сегодня хватит. Еще партию и все. Я пустой. Ну и так можно. Как? На интерес, без денег. Без денег? Но раз их нет. Винсент. Знаешь, бабки иногда мешают. Может, как раз без них ты и развернешься. Чего это он, а? Ну, а вы? Я? Можно. Ставка 20. Нет, ставка 500. Кто хочет со мной сыграть? Вы что, серьезно? На 10 баксов. Это похоже на шутку. На 5? Трусы! Жмоты и трусы! А вы меня удивили. Чем же? Ну, все-таки сумма немалая. А этот паренек и в гипсе обыграет любого. Да. Согласна. Я еще раз повторяю свое предложение. Вы не знаете, что сказать. Может быть, да, может быть, нет. А вдруг я вас надуваю? Всегда надо знать, когда говорить «да», когда «нет». Иначе останетесь с носом. И что я должна сказать? Конечно, нет. Почему? Слишком большие деньги, а я темная лошадка. Он должен быть темной лошадкой. Это выгодно. Очень выгодно. На этом можно здорово заработать. Теперь ясно? Так что решаетесь на 500 баксов? Нет.